2 декабря в ночь штормовой ветер свалил установленную на Петровской площади новогоднюю елку. Стоит отметить, что в этом году вокруг елки были небольшие споры. Во-первых, сначала депутаты предполагали заменить ее искусственной. Но в дальнейшем, после обращения в управу бывшего председателя городского собрания Александра Ефимова с требованием не разрушать традиции, ель стоимостью в 500 евро была все-таки доставлена из ВОКа. Расходы на доставку вместе с установкой составили 7200 евро. И вот 1 декабря была зажжена первая свеча Адвента, а ночью 2 декабря ель упала.